Почта России в последние предпраздничные дни доставляет именные поздравления новосибирским ветеранам. Конверты с надписью «Москва, Кремль» уже поступили для доставки во все филиалы почты. Больше 2 миллионов персональных поздравлений будет доставлено к 9 мая по всей стране. Среди адресатов – ветераны Великой Отечественной, труженики тыла и блокадники. В нашей области именные поздравления президента получат больше 28 тысяч человек. В силу торжественности момента вручаются они только лично. В случае, если, например, получателя нету по данному адресу, мы либо, если он переехал, мы ищем новый адрес и доставляем в пределах Российской Федерации. Если его просто временно нет, ну, допустим, уехал на дачу, то осуществляется повторная доставка. Так мы будем попытаться неоднократно это сделать, приложим максимальные усилия. Цель – доставить всем поздравления, всем, кому они адресованы.